Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы с вами продолжаем проходить, исследовать, короче, зону, точнее, болото. Вот, закончили прошлую серию на том, что мы вернулись на базу Чистого Неба, и, смотритесь, они здесь бацки-то еще играют, смотри, прикольно. В 33, знаешь, можно было поиграть бы, вот, прикольная игруха. Козла, там, допустим. Кто играл в козла или в 33, напишите в комментариях. Вот. Пришли, короче, забрали... что там, добычу, забрали... награду и взяли вроде как задание. Вот, да, задание вернуть кожаную куртку. Недавно мы потеряли островок на болотах, где проводили эксперименты с пропитыванием одежды всякими составами. Надо вернуть последний образец куртки, чтобы Каланчат смог полностью оценить результат эксперимента. Окей, этим, собственно, мы и займемся, а дальше уже посмотрим, что да как. Я думаю, побегаем, короче, по тайничкам, потому что у нас вот накопилось уже штук 5-6. Даже накопилось. А там по времени уже посмотрим, может, зачистим. Ну, здесь как раз у тайника мы сможем зачистить. Зачистим, потом еще попробуем, наверное, вот это. Вот, и в принципе, в дальнейшем можно будет, если не возьмем какое-нибудь дополнительное еще задание, можно будет отправиться с проводником на кордон. Окей. Так. В прошлой серии я... вас спрашивал, короче, о том, что как по яркости. Вот. Вы написали, что все нормально, поэтому я не стал ничего менять, все оставил как есть. В принципе, я сейчас вроде как вижу. Судя по всему, мне в прошлый раз светил в глаз светильник, который у меня стоит настроен на меня, короче. Вот, поэтому я хреново все видел. Тебе нужно что, сталкер? Да, давай. Так, отправиться на кордон, кожаную куртку. Ты говори уже! Так. А где у нас кожаная куртка находится? Погоди-ка, надо переместиться там, где поближе. Поближе у нас с вами... Что здесь? Поближе будет вот это, наверное. Что это у нас такое? Почему, бляха, не показано, что это за местность? Так, это рыбацкий хутор, а вот это что? Ладно, давайте разберемся там. Вот, рыбацкий хутор, да, механизаторский двор, южный сгоревший хутор, руины деревни. Давай попробуем механизаторский двор. Окей, вот. Также я спрашивал в прошлой серии, можно ли как-то переспать эту... Где я? Ну ладно. В принципе. Ладно, пойдем отсюда. Переспать, короче, ночь. Вот. И вы как бы написали, что в этой части не завезли такую функцию, как поспать, переждать. Вот, так что придется бегать по ночам. Это не есть хорошо, в принципе, но ладно. Ладно, это терпимо, как бы. Главное, что есть еще быстрое перемещение по локациям. Это немножко упрощает задачу. Поэтому, потому что я думаю, я не буду, ну, постоянно ходить так вот пешком с места на место. Буду пользоваться быстрыми перемещениями. Ну, потому что... Вы скажете, да, потеряется атмосфера, вся фигня. Ну, блях, атмосфера, может быть, и как-то потеряется, но... Я думаю, неинтересно, знаешь, ходить туда-сюда по одним и тем же местам. Вот. Конечно, как бы новые места мы будем с вами ходить пешком, осматривать. Почему я хожу по болоту, а на карте показана, типа, сухость? Так, смотри, здесь рядом есть тайник. Да, здесь есть тайник, давайте его сейчас сразу, короче, осмотрим.
Так, судя по всему, где-то, наверное, камняк спрятан, тайник. Там же пишется, да, где тайник, надежное место тайника нашел в камышах. А, в камышах. Корягу. Под корягу. Коряга, коряга. В камышах коряга. Вот она. Так, аптечка, хорошо. Аптечка, это здорово. Аптечка, это здорово. Так, идем дальше. Надо было здесь обижать. Было побыстрее. Там на карте отмечены трупы какие-то. Вот. Может быть, я их обыскивал уже, может нет. Может, до меня кто-то уже обыскал. Так. А. Ну, в принципе. Тихо. А как вот эту штуку взять? Погоди-ка. Я же не могу туда забраться. Дырки нет никакой. Ты смотри там сколько добра. Как мне это взять? Бляха, очень далеко, далеко. Еще дальше засунул. Ай, печально, короче, печально, мне взять. Ну ладно. Так, отлично, вот она, кожаная куртка. Забираем. Так, трупешник. Что у нас? Пусто. Здесь трупак. Тоже пусто. Уже облазили, обковыряли. Короче, окей, а теперь нужно возвращаться обратно. Так, а проводник у меня вот здесь. Возвращаемся к проводнику и идем обратно в чистое небо, на базу. Нужно отнести нам кожаную куртку. Где-то мостик есть. Еще какой-то этот привал. Бывший привал. Неких сталкеров, наверное. Ага. Это вот это вот. Это сгоревшая деревня, да, получается? А. Нет, что там, механизаторский какой-то этот. Механизаторский хутор или что это? Так, ничего новых никаких артефактов не появилось здесь. Леха, радиация, радиация, надо валить отсюда. По добру, по здорову. Окей. Ты что-то хотел? Да, сейчас подойду. Дай-ка я у тебя что-нибудь спрошу, могу чем помочь. Патроны. Патроны. Так, а у меня есть такие патроны? Да. Бляха, у меня немного таких патронов, но ладно. Три штуки, всего три патрона надо. Так, а все, я отдал. Погоди-ка. Что делаешь? Ну? У меня есть такие патроны, а что тебе? Почему я не могу тебе отдать? Странно, очень странно, конечно. Я тебя слушаю. Скажи об этом месте, что ты здесь сделаешь?
да? Есть какие новости? Что-то странно, что-то странно. Так, ладно, давай кожаная куртка. Потом вернемся сюда. А, не к тому подошел, я думаю, что за бред тут творится. Так, это я заберу. Эти патроны заберу. Чего тебе? Так, база чистого неба. Пошли. Окей. Странно, почему я не могу ему патроны отдать? У меня 30 штук, а там у него, короче, 3 всего. 3 патрона. Или 3 по 30 надо. Ой, что это такое? Сейчас за просадочка была. Или 3 по 30 надо. Так, тебе, да, надо было? Вернуть, что ты просил. И чем могу помочь? Ничем. Забрать наград. 1750, нормально. Так, поторговать что? Что можно поторговать? Аптечка. Давай еще аптечку, еще бинт. И давай антирадин еще возьмем. Пригодится. Так. Тебя я уже спрашивал, чем могу помочь? Ничем. У тебя что? Ничего. Так, у кого там что еще есть за задание? Что нового нет? Блин, так не смешно. Могу помочь? Ничем. Что нового? Ничего. Окей, понятно, короче. Здесь с заданиями все, в принципе. Давайте отправляемся, значит, так, принеси принт. Почему три? Вот это я не могу. Так, рыбацкий хутор. Окей, ладно, пойдем по тайникам. А вот это что у нас? Механизаторский двор. Механизаторский двор. Как раз начнем от, с него, оттуда. Так. В принципе, уже светло. Ладно, если наберем, короче, патронов, отдадим. Если нет, то нет. Так, механизаторский двор. Пошли. Если найдем патроны, то отдадим. Если нет, то нет. Так, что там? Механизаторский двор. Нам куда? Нам. Там он в ту сторону. Ага, по мосту, да, какому-то там получается. В основном буду с ружьем ходить, потому что, как бы, решимся на том, что ружье против мутантов, в принципе, а автомат там или пистолет против этих людей. Ну, там еще посмотрим, как что будет. Так, окей. Так, погоди-ка. Это, оказывается, нет. А где у нас? А, во, ящичек. Ящик. О, хорошо. Такое добро хорошо подойдет. Любому. Ничего нет, да? Ладно, окей. Дальше идем. Здесь недалеко. Еще один тайник. Ну, такая будет у нас, да, в принципе, серия. Там посмотрим. Я думаю, еще. Сейчас постреляем. Так. Фора. Это забираю. Фора. Что у нас? Точность. Так. Смотри, он, в принципе, поточнее, чем мой будет. Что у него за, за патроны? 9 на 18. 9 на 17 бронебойные. 9-19. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо!
Даже так? Я пока стоял, меня радиация съела? Окей. На ровном месте сдох, короче, на ровном месте. Так, ладно, пистолет я, короче, сейчас поменяю. У меня, в принципе, и патронов для него, я так полагаю, очень, очень прилично. Так, быренько все забираю, короче, убегаю отсюда. Так, убегаю отсюда. Надо будет сейчас антирайдин, короче, взять еще, принять. Так, антирайдин, антирайдин, окей, хорошо, ага. Не полностью снимает, оказывается. Так, ладно. А, так, ПК у нас еще тут. Пистолет, короче, я сейчас глушитель снимаю. Так, 9/18 и 9/18. Разрядить. В принципе, и можно, наверное, выбросить, да? Вот этот я. Оп. А, да ладно, я не могу, что ли, этот. А вот так, да, я этот... Глушитель к нему не одеть, что ли? Печально, печально. Ладно. Ну, ладно, это поточнее будет пистолет, поэтому пофиг, без глушителя. Так. А, идем дальше. Дальше нам вон туда. Птички летают. Писали еще, что новые локации здесь добавили, короче, в игре. Здесь будут новые локации, в которых мы не были, в тенях Чернобыля. И очень интересно даже посмотреть, что за локации. Так, почти пришли. Окей, так, и там кто? Ренегаты. Ренегаты, поэтому мы берем вот так. Всего 30 патронов, ну ладно. Он всего один, что ли? А, трое. А где? У поезда, что ли? Кто там шуршит? Не шуршать. Так, трое, окей. Трое. Скорее всего, поезд. А, нет, там, смотри, костер. Так. Отлично. Блеха! Бляха, 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 бляха! Оказывается, там их больше. Так, 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 так. Ружьишка. Ты где, сволочь? Леха в кустах. Крякнешь. Леха в кустах. Ты где? Вылезти из кустов, пожалуйста, господа. Леха так снимает вообще этих жизни. Не надо с кустов откуда-то убежать, куда-то убежать, короче, чтобы они вышли. О, вижу, вижу. Там где-то бегал. Блеха. Надо куда-то, не знаю, на открытую местность бежать. Да. М-да. А я не сохранился, да? Я тех убил, но не сохранился. А, или сохранился. Вон он что. Вон они. Двое-два. Двое-два. Игорек-зверь. Так, ладно. Если рандомно не меняется все, значит он сидит там на дорожке, на тропинке. Окей.
Да бляха, так выносят жестко. Ублюдки. Просто выносят. Как же тебя так задолбить-то? Почему крестик-то красный не становится? Вот он, прямо здесь сидит, вот он. Убил? Нет. Нет, походу не убил. Чё, вырубил обоих? Да? Отлично. Просто отлично. Бинты. Бинты летят очень быстро. Очень, очень много сразу тратится бинтов, если кровотечение. Ну, я думаю, когда найдем какую-нибудь броньку помощнее, то... В принципе, с кровотечением проблем не будет. Так, бинты. Где-то здесь у нас... Ага, рюкзак. А, вот так, да? Вот так. Окей, ну можно, смотри, восстановить жизни, в принципе, тушенкой. Чтоб не тратить аптечки. Так, куда мне еще дальше? Ой, а здесь, смотри, еще сколько тайников появилось. Бляха, ну я думаю, тайники, они будут бесконечно появляться. Ну да, я думаю, патроны вот эти вот, это три коробки. Так, ну или забить хер, короче, на эти тайники. Потому что они будут, я думаю, бесконечно появляться. Ну сюда вот мне впадлу идти, далеко слишком. Ладно. Давайте отправимся, короче, с вами куда? Ренегаты. Ладно, погнали, короче, вот сюда, вот на механизаторский обратно. Матерь божья. Как зашкалило все. Ну, в принципе, я сейчас как раз к ним это, к этим ренегатам приду. Мне как раз осталось три группы замочить, короче, и я так понимаю, будет восстановлено, короче, это. Ну, чистое небо займет все позиции на болоте. Я так предполагаю. Так. Хорошо. Ну, по чуть-чуть, кстати, ХП по чуть-чуть восстанавливается. Это тоже очень радует. Тут я к этим подходил, по-моему, они ничего не дают, да? Из заданий. Ничем, ничем, мне надо помочь. Поэтому я их прохожу мимо. Здесь вот есть тайничок. Как банда косого на тропе показалась, я возле люка из какого-то бункера под болотами в двух шагах от заброшенного ТП притопил тайник с хабаром. Давайте сейчас сгоняем туда.
притопил, говорит, тайник с хабаром. Где-то вот здесь. Какого-то люка, что ли? Притопил, говорит. Суки, уровень радиации, бляха. У меня так антирадин, короче, кончится. О, еще с глушаком, короче, водяра. Окей, валим, 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 валим отсюда, валим. Можно водки выпить, в принципе. Ай, водка ничего не дает. А, надо было тушенкой подлечиться, а не аптечку взять. Неэкономно, неэкономно я как-то действую. Так, окей, там дальше восстановится. Ладно, погнали, короче, к этим ренегатам. А, погоди, я пистолет же взял. Я взял пистолет с глушителем. 9 на 18. О, точность, смотри, какая большая. Все, отлично, этот разрядить и выбросить. Этот глушитель, в принципе, можно будет продать за 2 соточки. Но купят у меня его, наверное, дешевле. Стоит не один. Бляха, далеко. Очень далеко. Так, надо бы как-то, не знаю, в обход. Их там 4 штуки. Судя по радару. Это, бляха, за... Быстрей, 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 за камни. Окей. За камни, так. Ружье. Так, минус один, хорошо. Не, ружьишко нормально рубит. Мы же вроде дальность прокачали, да, ему? Где вы? Утырки. Утырки. Готов. Так, где, 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 где? Откуда? Где-то вон там, а, за деревом, да? Бля, хорошая позиция. Тоже можно было за этим деревом спрятаться, в принципе. Так, хорошо. Так. Забираю. Он что, наверх... О, отлично. Да давай. Опа, 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 хорошо. Залез. Чтобы больше никто не залез туда. Так, трупы, 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 трупы. Хорошо, хорошо. На механизаторский двор бегут. Погоди, где? Там нападают, на сейчас будут нападать на... Вон, бегут. На механизаторский двор. Сейчас мы их... Кстати, одна из групп. Они будут здесь проходить, да. Походу, здесь будут проходить. Тихо, 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 тихо.
Леха, там кусты. Вот ненавижу, когда кусты. Готов? Хорошо. Так, их там четверо, что ли? Убил, да, одного? Ох ты, падла. Ох ты, какой, а падла. Подлец. Ублюдок, подлец. Так. Так, так, так. Сейчас вынесем. Ща мы их. А как так-то не перезаряжена-то? Падла. Леха, прикинь, 4 бинта пришлось взять, чтобы у меня кровотечение остановилось. Говнюк, а? Говнюк, просто говнюк. Как так-то? У меня дробь как будто, знаешь, вокруг него вот так вот облетает и... Не задевает даже его. Да, бляха, опять не перезаряжена. Такой момент сейчас упустил, а? Блюдки. Да сколько бинтов-то надо съесть, чтобы... Все это... Кровотечение прекратилось, пипец. 6 раз нажал. Так. Перезарядить. Да, блёха, как ты по мне попадаешь-то, ублюдок? Упырь ты ссатый. Говнюк, а? Чё там вон вдали бегают? Блеха, все мимо, все мимо. Упыри. Вот упыри. Там это, вроде как бы подмога воюет. Готов. Отлично. Еле удержали. Все, отбили. Отлично. Смотри, здесь появился еще. Они так бесконечно будут появляться, судя по всему. Да? Судя по всему, они бесконечно так будут появляться. Смысла поэтому нет. С ними воевать. Видел? Там, где я очистил, уже убил. Он там, они там появились. О. Поэтому я думаю, на кордон надо идти. Поэтому я думаю, надо идти на кордон. Так, где у нас тут проводник? Тебе чего надо-то? Ну, это наш проводник. Окей, ладно, давайте сохранимся. Вот, о, здесь, смотри, ништяки. А, давайте сохранимся и пойдем на кордон уже по сюжетке следующей серии. Вот, потому что я смотрю, они так и будут появляться здесь. Чего тебя? Эти ренегаты. Дегенераты. Тебе чего вот надо-то? Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.